На заборе написано: картина, привычная глазу любого горожанина, реклама цирковых представлений и концертов, всевозможные объявления. Любая вертикальная поверхность в городе становится площадкой для незаконной рекламы. Кое-где плакаты наклеены уже в несколько слоев. Чтобы не дать визуальному шуму захватить Иваново, городская администрация регулярно проводит рейды по местам размещения рекламы. Стараемся прорабатывать вопрос с распространителями рекламы, потому что здесь ответственность получается как бы двойная. С одной стороны, размещение информационных материалов у нас запрещено, это есть правонарушение. С другой стороны, мы собственникам и владельцам этих заборов, в частности, выдаем предписание на демонтаж, устранение этого дела, то есть собственник обязан содержать свое строение и имущество в порядке. Соответственно, в случае непринятия мер точно так же наступает административная ответственность, как и для лица, распространяющего эту рекламу. Все эти объявления незаконны. Вот только бороться с ними все равно, что с ветряными мельницами. Поймать расклейщиков за руку практически невозможно. И все шишки сыплются на хозяина или арендатора территории. Например, забор, огораживающий стройплощадку на улице Карла Маркса. Для черных рекламщиков тепленькое место с видом на дорогу. Минимум затрат, максимальная целевая аудитория. Такого вида рекламы, как реклама на заборах, у нас не предусмотрена. Ну, соответственно, естественным образом получается, что в отношении данного забора, как рекламной конструкции, разрешение никому не выдавалось. Собственник, в свою очередь, обязан, разумеется, отслеживать на постоянной основе, чтобы эксплуатация принадлежащего объекта, да, не создавала бы нарушений закона. Реклама появляется здесь не первый раз. Не успевает собственник очистить стены от плакатов, как на их месте возникают новые. Вот и на этот раз устранять незаконные рекламные плакаты снова придется владельцу забора. На вашем объекте установлены незаконные информационные материалы. В течение 5 дней их необходимо демонтировать. Пожалуйста, распишитесь. Нет. Вот здесь? Вот, нет, ниже. Здесь. Ваша должность. Дата. Замкнутый круг. И хоть причину появления на стенах и заборах объявлений устранить практически невозможно, бороться со следствием его необходимо, иначе город утонет в рекламном мусоре. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.